В соответствии с планом информационного сопровождения деятельности Федеральной службы судебных приставов Подмосковья, в городе Видное был организован мобильный пункт в рамках акции «Узнай о своих долгах». Основной целью акции было разъяснить гражданам методику пользования интернет-порталом ФССП, где каждый житель района может ознакомиться со своими задолженностями и оплатить их. Налоговые, кредитные, коммунальные задолженности, штрафы ГИБДД. Обо всем этом легко узнать на сайте www.fssp.ru. Но судебные приставы знакомили народ не только с работой сайта. Здесь, прямо на месте, у всех желающих с помощью специалистов была возможность проверить, есть ли у них долги. Много сознательных граждан, которые подходят, спрашивают, потому что часто до них не доходит информация из регистрирующих органов о возбуждении всевозможных постановлений, появлении каких-либо долгов. В связи с этим люди очень подходят, интересуются. Соответственно, считаем, что акция успешной будет проводиться в дальнейшем. Место проведения акции выбрано очень удачно. Помимо большой проходимости, а такие акции судебные приставы стараются делать именно в людных местах. У граждан, узнавших о своих долгах, была возможность сразу же пройти в операционный зал Сбербанка, чтобы оплатить задолженность. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.